Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Помидорка за решеткой, меня зовут Дима, мы продолжаем проходить Майнкрафт, или играть в Майнкрафт, как кому угодно, как кому удобно. Я забыл, к чему стремился в этой серии, ну, то есть, чего обещал, поэтому будем сейчас, наверное, импровизировать. Пойду-ка я рубить лес, так, сколько тут? Камня маловато, давайте еще камень на обжарку поставим. Два стака. Так, и так. Лес рубить, лес рубить, лес рубить, лес рубить. Та-на-на-на-на-на-на-на-на. Порубим лес, доделаем дом уже когда-нибудь из этих сериях ближайших, думаю. Переедем уже, ну хотя бы первый этаж, знаете. Пока что лес нужен мне, конечно, чтобы сделать второй этаж, но первый, то есть, вот, допустим, свои комнаты какие-нибудь. Вот этот зал, да. Вот эту смотровую площадку, ну, комнату отдыха. Бляха-муха. Не везде. Опять не везде. Так, ладно, это всего лишь два ведра сверху лавы кидануть. Исправим. Наверх, когда заберусь. А, я забыл здесь стекло поставить. Да, и спальню. И вот это вот. Нужно крышу доделать, спальни. Так, ну ладно. Сначала рубить лес. Рубить. Деревяшки. Большие деревья выросли. Большие города. Та-та-та-та-та-та. Рубим лес. Рубим дерево, точнее, не лес. Хорошо. Минус один. Минус два. Еще одна овечка. Ну так вот, о планах на будущее. Так как я не нашел алмаз больше, ниже копать я пока не хочу. Потому что куча пещер, куча ответвлений в моей основной пещере, которую я еще не исследовал до конца. И я, мне точнее, интереснее гораздо исследовать вот такие вот места, нежели выкапывать свою. Я понимаю, что шансов так найти что-либо полезное меньше. Но при этом они есть, и я продолжу, наверное, копать. Ой, изучать пещеры в поисках алмазов. Но пока не нашел алмаз, я тут думал, как бы сделать ворота в ад, и понял, что можно же пользоваться обычной заливкой. Ну, грубо говоря, формочку ворот сделать, заливать туда лавы и сверху воды. Я думаю, должно получиться ближе к тому моменту, когда я уже буду заканчивать дом. А возможно, в ближайших сериях, чтобы отвлечься от постройки дома опять-таки. Так, овечка, ты вообще не туда загналась. Поняла, да? Сейчас, стой здесь. Конкретно попала овца. Так. Оп, я надеюсь, она не ушла еще. Не ушла. Иди сюда, родная. Иди сюда. Ну, отошли. Отошли. Отошлись. Бляха, муха вышла. Не, ну вот остолопы. И тихо, растеряю сейчас всех. Вот, зашла. И зашла еще одна. Блин, забыл подстричь. Фу. Ну какие, блин.
Ути-пути, сюда идите. Сюда, сюда, сюда. Сюда иди. Сюда. Сюда. Ближе, ближе, ближе. Оп, оп, оп. Обманули, обманули. Ой, застряли. Нет, не застряли. Фу, все. Все сделано. Так, давайте соберем деревья, ростки. Посадим мы там сколько? 4 дерева срубили всего. Вон, ростков насобирали. Херовую тучу. Зато минимум 10 уже есть. Хереть. Так, ладно. Раз, два, три, четыре. Бла-бли-бла-бли-блум. О-о-о. Больше деревьев. Больше. Там-т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 ам. Там-т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 ам. Так, блин. Как-то они растут все равно неправильно. Это не по-пацански, что ли? Ладно, рубим. Та-та-та-та-та-та. Большое, ну, среднее дерево. Думаю, даже где-нибудь через серию, через две, может быть, пойдем в ад. Я в аду не был вообще ни разу и мало видео смотрел, где люди в аду, мне говорят, очень мало, буквально одно-два видео. Поэтому о нем вообще почти ничего не знаю. А для меня будет сюрприз увидеть то, что я увижу. Ну а для вас, надеюсь, приятно будет послушать на мою реакцию. Послушать мою реакцию. Так. Срубили, посадили. Срубили, посадили. Напомню, дерево нужно, чтобы доделать второй этаж. Вот, потом понадобится камень, чтобы делать уже каменную крышу. Кстати говоря, да, наверное, с этой серии я выложу сохранение своего мира на момент предыдущего сейва, на предыдущей серии, и сид этого мира. Так что любой желающий сможет опробовать этот мир с нуля, либо поиграть уже в том месте, который я немножко обустроил. Многие просили, ну и получите, как говорится. Я думаю, сохранение... Сид теперь будет лежать в каждой серии, а сохранения будут обновляться, наверное... Не знаю, раз в 33 серии можно такую дату сделать, поставить. Вот, потому что по 20 минут играем, на самом деле за 10 серий мало чего успеваешь сделать. Вот, а даже за 20, а за 30 уже можно. А раз так у нас получилось, что 33 серии, да, прошло с момента выкладывания сейва, то можно, в принципе, поставить такую дату, чтобы было... Некое расписание, грубо говоря, если можно это онным назвать. Давайте, да, раз в 33 серии я буду выкладывать через 33 серии. Ну, то есть 33, наверное, следующую на 66, потом 99. На 66 серии потом я сохранюсь, я скопирую, я выложу. А на 68 вы уже получите сохранение того мира, который будет на момент 67 серии, 66. Вот так вот как-нибудь будем действовать. Так, еще эти деревья нужно раскидать. А, сид, да, сид тоже будет лежать на момент, не на момент, а в описании каждому видео по следующему, после этого. До него я не буду добавлять сид, то есть, ну, пусть люди посмотрят хотя бы 33 серии, да, чтобы понять, что им этот сид нужен, что
что они хотят на нем поиграть. Как вы, те, кто у меня просил. Вот, поэтому обновлять ранее, ну, думаю, не имеет смысла. Ищите, короче, сид в описании каждого видео последующего. После этого и на этом тоже. Так, темнеет на самом деле. Что-то я заболтался о делах не душевных ни разу, о делах нужных. Так, стак дерева насобирал. Стак. Опа, еще. Еще выпало, но садись здесь. Так, идем спать тогда, идем поспим. И можно будет подниматься, думаю, делать второй этаж. Нормально я так насобирал. Сколько тут получается? 4 стака. С лишним дерева. Неплохо, неплохо. Так, шерсть у меня где лежала? Шерсть. Ну, ё-моё, а вот. А яблоко у меня где лежало? Где еда, да? Да. Пшеницу одну я оставлю у себя. Остальную скину. В наш сундук. Пойдем посмотрим, тыквы выросли или нет? Выросли. Две тыквы выросли. Я их рубить не буду, хочу посмотреть, как там дальше будут расти. Давайте дождемся уже, что ли, когда они вырастут все, а вообще все. Да. А тростник срубим сейчас. Так. А, еще до ада я планирую разобраться. Я не знаю, логично ли это будет, нет. Хотел разобраться с алхимией здешней, да, с плюс еще с начертанием, ну, с зачарованием, точнее. Интересно мне посмотреть, как это все дело работает. В принципе, я рецепт угадывать не буду, всяких этих столов, да, посмотрю в Википедии. В остальном это все будет новшество для меня. Хотя, насколько я знаю, уровень должен быть нормальный, такой, потому что он тратится вроде как на зачарование оружия, ну и всяких предметов помимо него. Вот, поэтому даже не знаю, имеет ли смысл. Пока. Рано все-таки, я 8 уровень, много раз умирал. Ну сколько, 2 раза, да, умер я? Или сколько? В общем, минимум, по-моему, 2 раза я помер. И это не есть хорошо. Кстати говоря, забыл поесть. Еда закончилась. Та, что с собой имеется в виду. Так, наверх давайте забираться. О-ля-ля. О-ла-ла. Что у меня здесь? О-ла-ла. О-ла-ла. Ла-л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 а. Шеньки ла-ла. Так, бляха-муха. О, думаю, будет прикольно. Я здесь делаю камин, ребят. Здесь будет комната с камином, и здесь будет такая выхлопная труба. Вот так вот, смотри. Те. Ну, как-то так. Ну, конечно, можно. Можно и, наверное, нужно вот эти части заделать. Их все равно никто видеть не будет.
Ну, это будет прикольно. Ну, здесь вот такой вот каминчик будет наверх. Забавно, по-моему. Так, неплохо, хорошо, с этим разобрались. Здесь у нас вот такая вот махина, да? Ай-яй-яй. Потом нужно будет разобраться еще с лестницей, ну, где лучше ей стоять. Раз, два, три минимум. Три. А сколько у нас там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестом, на седьмом, по-моему. Или на шестом, или на седьмом. Твою мать. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И седьмое. Походу, это потолок. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, значит, это раз, это два, это три, четыре, пять, шесть. И седьмое — это потолок. Ух-ух-ух-ух-ух. Это что за херота? Херота, да херота. У меня так весь дом, наверное, подпалится. Слушайте, а внизу он не горит уже? Бля, паника. Паника, паника, паника. Прикиньте, я сейчас спускаюсь, внизу все горит. А! И... Ля. Нет, ничего не горит. Ну, ничего не должно было гореть. Я не понимаю, почему оно там загорелось. Может, дерево слишком близко. Блин, будет обидно, конечно. Будет обидно, очень обидно. Твою мать. Да, свежее решение. Конкретно облегчил себе дорогу. Интересно, это случайность или я себя подпалю к чертовой бабушке скоро? А, ну, вроде как похоже на случайность. Но, блин, все равно страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Загорелось. Ха-ха. Ха-ха-ха. Тихо-тихо-тихо. С этим надо что-то делать. Но у меня так все сгорит к чертовой бабушке. Обороняться нужно от этого огня. Здесь, значит, выстроим вот из такого камня. А еще лучше из такого, чтобы различалось, чтобы этот треугольник, который я хотел сохранить, остался. И из этого же камня, наверное, сделать из необработанного булыжника сделать камин. Или из кирпича. Из кирпича. О, да, из кирпича, конечно, получше будет. Надо тогда за глиной валить уже. Найти ее, наконец. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Вот.
Вот такое вот дело у нас получается здесь. Ну, надеюсь, вот так вот оно не загорится. Очень, очень, очень на это надеюсь. Два. Так, твою мать, забыл. Два, три, четыре. Четыре. Ну, конечно, я здесь покороче сделаю, наверное. Потолок, чем на первом этаже. На один квадрат. Раз, два, три, четыре. Правильно делаю, нет? Раз, два, три. Нет, здесь высоко. Высоко, 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 высоко. А одна упала, вот зараза. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Так-то она получше, но, конечно, у меня нету безопасного спуска. Нет. Поэтому делаем так, как делаем. Ну что, в принципе, второй этажик такой выходит нормальный. Доделаю полностью дом, уже начну переезжать туда, делать подвал. Думаю, в следующей серии полноценно можно будет доделать второй этаж. Вот, хотя если вам надоело строительство, пишите об этом. И пойдем, когда сходим. Еще подвал, в подземье, точнее, ну, как она, в пещеру, ептать. Тем более, что теперь у нас точно есть цель, и эта цель насобирать ведер славой, чтобы не бегать по 1000 раз. Я, по-моему, насколько я помню, нельзя делать бесконечный источник славы, хотя, может, и можно так же, как с водой, но, насколько я помню, он кончается все-таки, хотя хрен опять его знает. Вот. В общем, имеет смысл проверить это, ну и если вы захотите в пещеру, то сгоняем за лавой, чтобы уже готовиться к заходу на ад. Ну а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока!